Чувство тяжести и быстрая усталость ног, боль, отечность, судороги в икрах – вот, пожалуй, самые частые симптомы, которые испытывает практически каждый второй человек 50 лет после длительной ходьбы. Предотвратить деформацию стопы и создать комфортные условия при ходьбе возможно за счет правильно подобранной обуви. Каждая модель исключительно создается с учетом анатомии стопы, на большие нестандартные ноги, повышенной полноты с расширенной колодкой. В каждой модели уже представлена анатомическая подошва, которая создана с уклоном поддержки продольного свода. При ходьбе и использовании этой обуви у вас снимается ударная нагрузка, за счет чего у вас автоматически разгружаются суставы, начиная с голеностопных, тазобедренных и коленных. Если же есть сопутствующая проблема, как косточка на большом пальце, то она решается при помощи специального фиксатора. Фиксатор держит палец в прямом положении, то есть палец уже не уходит. Косточка таким образом становится прямо и лепестком защищена от ударов и от травмирования. Анатомическая обувь и стельки должны быть у каждого человека просто чтобы дать отдых ногам. Благодаря их ношению улучшается осанка и походка, исчезает чувство тяжести в ногах, улучшается кровоснабжение мышц, исчезает усталость, судороги и отечность ног. Но прежде всего ношение анатомической обуви и стелек помогает профилактировать такие нарушения, как образование косточек со стороны большого пальца, плоскостопие, косолапость. Обувь повышенной комфортности с расширенной колодкой. Производство Беларусь, Польша, Сербия. 13 января в ДК «Химик».